В Сунтинском районе рядом с селом Шаури перевернулся и упал в реку грузовик «Урал» с двумя полицейскими. По предварительным данным, высота обрыва достигает 100 метров. Уже известно, в машине находились и двое сотрудников оперативной группы МВД из Орловской области, прикомандированные в Дагестан. Их судьба пока неизвестна. На месте происшествия тела погибших не найдены, ведется их поиск. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС. Официальные причины случившегося пока не установлены. Согласно предварительным данным, грузовик сорвался в горный обрыв из-за технической неисправности.